Добрый день! Сегодня мы научимся делать браслет из шерсти по технике мокрое валяние. Для этого нам понадобится разноцветные пряди шерсти, шнурок, пыльный раствор, вода. Возьмем прядь шерсти одного цвета и укладываем его пряди. Далее мы берем шнурок и нашу шерсть начинаем вокруг него закручивать аккуратненько, чтобы наша шерсть не развалилась. Аккуратно формируем браслет, закручиваем. Далее берем и погружаем его в мыльный раствор. И начинаем формировать сам браслет вот такими вот движениями. Браслет у нас должен получиться плотным. И не боимся. Сейчас вот такой вот браслетик. Далее мы берем и погружаем его в воду чистую и полощем. Наш браслет высох, и вот что у нас получилось. Также вы можете декорировать свои браслеты бусинами, лентами. Вот, к примеру, как этот браслет. Экспериментируйте, и у вас все получится. Счастливо!